Всем привет, мои дорогие, и сегодня мы вновь продолжаем нарушать спокойствие наркокартелю. Сейчас я хочу взять вот эту базенку, не знаю, как у меня это получится. Уж больно сильно она крепка в обороне и вообще во всем. Ну, мы будем пробовать. Опа-на. Так, скрываемся. Смотрите-ка, тут какие-то лазутчики у нас, оказывается, ходят. Так, взломать компьютер тюремщика у нас задание. Ну что ж, давайте попробуем. Ну что же, наша сейчас главная цель — их снести. Ну как-нибудь без шума желательно. Ух ты, а там-то что за взрыв вдалеке, смотрите. Что-то там взрывается у нас. Ну ладно, отвлеклись немножко от темы. Где эти партизаны? Давайте выследим. Ага, один. Их там двое. Давайте попробуем их бесшумно убрать. У нас здесь турель. Так, турель — это плохо. Честно, выдвигаюсь. Так, ну-ка, иди сюда. Есть. Цель ликвидирована. Ну давай, есть. Отлично. Порядок, все хорошо. Все хорошо, да нехорошо, потому что... Ага, вижу. Готов. Похоже, мы их рассердили. Какого хрена? Блин, вот ту сирену надо снести в первую очередь, ребята, потому что если они сейчас... Так, черт подери, ну ядрить твой на корень. Ну все, ребят, это, блин, полный финиш. Это полный финиш для меня, потому что сейчас будет тут такое, вы просто не представляете. Ладно, будем пробовать. Ну, снеси ты ее. Есть! Хотя бы сейчас снеси, ладно. Да что ж такое? Да, ребят, пришлось мне немножко с растительностью приуменьшить, потому что там такие лаги у меня начинаются. Я же вам говорил, карточка слаба, но играть-то охота. Так, гаденыш, блин. Укрытие! Да какое, блин, жопа укрытие, блин, урод, блин. Понял, есть огонь. Ёлки-палки, вы посмотрите, там откуда у них столько там минометного орудия? Так, да отойди ты. Так, а что, он убежал уже? Ладно. Тихо. Куда вы там строчите, вообще не понимаю. Кого, куда, чего, где? Я ничего не понимаю. И уже, наверное, не пойму. Я буду ждать. Давай, напарник, выручай меня. Надеюсь, ты успеешь. Успел. Ну все, спасибо, браток. Я этого не забуду. Я пошел на их базу. Плевал я тут на все. Так, вертолетов нет. Это самое главное, чтобы не было вертолетов. А остальное дело поправимое. Так, где здесь спуск-то у них? Вниз есть? Нету? Ага, вижу. Так, давайте вот здесь пере... Да какого лешего? Тихо. Тут снайпер, ложись. Я вижу, что снайпер, но я... Не понятно. Через колючку я не могу прострелить. Ядрить твою на корень, нифига они там... Все, я уже на их не просто территории. Для меня это очень будет плохо, ребята. Да какого лешего ты сейчас стал перезаряжаться? В не самый неподходящий момент. Где он тут? Он же... Оп, надо смотаться. Летят мины, всем укрыться. Да я вижу, что мины летят. Ну, мне это нужно... Так, где он тут? Прячется. На-ка, зараза. Цель уничтожена. Так, тут у них церквушка, смотрю. Пару зданий. Запрашиваю отвлекающий огонь. Давай, ребята, повстанцы, ну-ка, помогите мне. Миномет, это понятно, что бьет, блин. Почему-то он бьет в первую очередь по мне, а не по вам. Вижу я, что там снайпер. Ну-ка, дайте мне автомат. Так, это мирные. Не взди, старушка, я тебя не трону. Куда это? А, это мирный. Все мирный. Вы хорош отпутаться-то. Под ногами. Миномет, в укрытие! Я и так в укрытии.
Так, ребят, давайте ко мне. Все ко мне. Ясно. Да уйди ты отсюда, мешаешься, бабка старая тут бегает, блин. Блин. Где кто? Там плантация коки. А где же цель, которая меня сейчас только что выслеживала? Ух ты, это же снайпер, походу, делал, да, наверху? Давайте. Я уже думал, тупик. Ну, нет. Так, вот оттуда производится минометный обстрел. Давайте сюда забежим. Глянем, где у них установки-то здесь. Давайте поднимемся повыше. Так, здесь пусто. И здесь пусто. А откуда же тогда шмаляют-то, а? Потери. Вы что, совсем охренели? Да ты сам охренел, блин. Я и так уже на взводе весь, блин. Так, где этот козел? Блин, да пром... как промазать можно было, ну? Да какого лешего, блин? Так, ну хоть это сейчас готов. Подбил. Так, нифига, у меня что, все валяются? Да, у меня все трое полегли. Пошел на выручку. Иди сюда, козел. Хорошо, хоть здесь прострелил. Я уже думал, сейчас решу, как мешает. Ва-ва-ва-ва-ва! Отступить, а куда отступать-то? Я сейчас зажмут в кольцо, а, сопляки. Так, давайте, давайте, аккуратно. Иди отсюда, блин, мешаешься. Ух ты! Хорошо заметил, а, сопляжу я. А сверху там с турели, что ли, шмалит. Нет, ребята, это очень жестко. Как же мне своих-то спасти, а? Ну хотя бы одного. Ух ты, ядрить твою на корень. Ничего себе ты. Как он так подобрался ко мне? Ты. Вообще нелепость полная была. Мяско тут, смотрю, в... Ага, ага. Вот так вот. Отдохни-ка, сосунок. Ну, ладно, это все мелочи жизни. Мне надо добраться до моих, как-то их реанимировать. Ну, эти кослодои мне не дадут так просто подойти, да? Откуда строчат? Ага, вижу. Вижу шмакодявку эту гребаную. Так, ладно. Где, чё? Ага, вот они мои. Ребята, я пришел по... Да какого ли... Ага! Хорошо. У меня все сработало чики-чики, как говорится. Так, давайте, ребята, надо им помочь. Какого лешего там, блин, да сколько же вас здесь, а? Где он тут? Где-то здесь. Вот он, блядь. Отдохни, блядь. Извините, сосунок. Так, давайте. Давай, вставай, мой. Мой черный друг. Какого хрена? Что тебе не нравится, блин? Я и так тут под пулями бегаю, блин. Вот, вот это дружище, вот это назвал меня, блин. А тут, как всегда, блин. Должен кровь стекать, а я должен тут один, блядь, бегать, блин. За вас, за всех отдуваться. Ну-ка. Хе-хе-хе, ес, ребята. Отдыхает, сопляжуй. Так, чё, где, кто, когда? Ух ты, они все у меня на коне, нормально. Так, погоди-ка. Так, куда ты там строчишь-то, я не пойму тебя. Куда там пуляешь-то, ёпти? Я не вижу никого. Так, ну-ка, вот где-то здесь, да? Наугад был выстрел, но не получилось. Так, ладно. Так, я сюда зачем пришел-то вообще? Так, ага, у меня отметено желтой стрелочкой. Так, это не сюда. Это получается где-то выше. Так, угомонитесь там нахрен. Не хочу никого видеть, слышать, блин. Так, ага, вот цель. Это кто, вражина бежит или нет? Да. Ядрить! Да какого... Какого лешего ты начинаешь перезаряжать? Тихо, 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 дайте мне восстановить силы. Все, я готов. Я готов. Я тебе дам места, заёпа.
Давайте попробуем. Опа, на! На-ка, выкуси, урод. Фига, у него там пулемет был, блин. Так. Стрелка, стрелка, стрелка где-то... Где-то, не пойму, где-то здесь. Так, а тут, а как тебя, брат, спасти? Я не вижу замков никаких. Да и хер с ним, сиди ты там, блядь, до скончания веков. Так, здесь я... Здесь тихо. Бля, я что-то не врублюсь, а... А стрелочка-то куда? Какого хрена? Куда она ведет? Куда она ведет, стрелка? Их становится больше. Да плевать, их... А, ёб твою мать, ноутбук. Загрузка началась, не расслабляться. Не расслабляться, это точно. Точно, Рэй, говоришь, давай. Эти суки не знают, что... Загрузка завершена. Отходим и передаем инфу Боуман. Может, там найдется что-нибудь полезное. Так, тюремный поселочек, это, оказывается, был, да, у нас? Ёб ты, посмотрите на карту, сколько уродов тут понабежало. Так, ну-ка давайте-ка заправимся немножко. В плане того, что припасы приберем. Давайте минометную поддержку. О, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. На-ка, полежи, отдохни там. Нет, вот, теперь да. Ёх, коломане, давай перезаряжайся, резче, да ядрит твой на... Бля, какая отдача... Ох, он шмальнул. Ну, слава богу, я отбежал, я успел все-таки. Так, надо свалить нахрен отсюда к чертовой бабушке. И как можно скорее. Блин, а где мой подствольный гранатомет? Я не могу понять, я же его вроде недавно только приобретал. Его до сих пор у меня нету. С какого лечего? Может, он сюда не ставится? Ладно, у меня нет возможности это проверить. Но есть хорошая возможность отсюда сбежать. Так что мы ей воспользуемся, ребята. Так, что тут у нас? Давайте ко мне все. Да ладно там, что чисто. Давайте все ко мне. Подтягиваемся, ребята. А на чем мы отсюда будем сматываться? Погодите. Там у нас бонусная медаль. Да чтоб тебя, а, разорвало. Ладно, я возвращаюсь за медалью, ребята. Вы можете стоять здесь. Как-нибудь сам справлюсь. Может, займемся разведкой? Не надо никакой разведки. Я вояка бывал, должен справиться сам. Так, где, куда, чего? Так, здесь у нас что получается? Я не знаю, что здесь получается, но... Ну, это хорошо, что спугнули. Так, вот она, медаль моя. Вот она, родная. Да уж, это точно. Давайте-ка возьмем пушку. Ну-ка, шмальнем куда-нибудь наугад. Ой, а что там взорвал? А давайте я снесу автомобиль. А почему он не взорвается? Какого лешего? Значит, там что-то взорвается с одного выстрела, а тут не шиша. Так, подождите, ребята, эти козлы нападают на меня, а? В принципе, я что хотел, то получил. Я свою медальку заработал. Так-то мирный. Блин, а где же эти козлодеи-то, а? Ладно, ребят, давайте смотрим. Опа, она! А вот и тачечка. Поехали отсюда к ядрене фени. Даже не думай там что-то выделять. Эротические там какие-то фрагменты. Так, что у нас по карте? Ребят, по карте у нас все четенько. Так, погодите, сейчас, секунду. Чё? Ага, снайпер. Куда ты бежишь, маньяко? Не, ну этот снайпер не жилец, это однозначно, все, я... Ну, раз и вы не убили сосунки, посмотрите, как это делает батька. Смотрите. Я бегу. Так, вертолет, вот это мне не нужно. Я надеюсь, я сделаю сюда. Смотри, а... Отдохни ты! Ядрить твой на корень. Так, документ получен. Наркобланка Апасалеро. Я понятия не имею, что произошло, но мы подобрали какую-то наркобалладу о Пасалеро. Да чихать я хотел, если честно говоря, на эту Пасалеро.
Нам надо, ребят, смотаться. Давайте, запрыгивайте быстрее. Быстрее запрыгивайте, и мы рвем отсюда когти. Не хотите, как хотите, я поехал один. Все, до свидания. До свидания, родной мой край. Иди отсюда. Че ты лезешь-то мне под колеса? Так, ладно, давайте глянем по карте. По карте у нас сюжетное задание добраться до места. И все у нас будет пучком. Так, исчезновение, так, разыщите ее и выясните, что с ней связано. Так, ладно, делим тюрьма Розарио, мы отсюда сматываемся. Кстати, да, неплохо, согласитесь, неплохо было. Ну, конечно же, не без помощи повстанцев, это естественно. Но, тем не менее, я как-никак все-таки спас своих соратников в одно лицо, между прочим, в одно лицо. Средь пуль, средь всякой нежити, тут всякой ходячей добродетели. В общем, сейчас мы, ребята, с вами едем спасать какую-то корреспондентшу. И, надеюсь, у нас это все произойдет. Чики-чики, за-за-за-за. Да, чики-пуки, чики-за-за. Вот так вот оно правильно говорится. Вот, ну да ладно. Сейчас мы не будем в эти мельчайшие подробности с вами входить. Ядрить. Йо-хоу! А в принципе, а чем черт не шутит, да, ребята? Тачки халявные, как говорится. Почему бы нам не пошухерить немножко? Рядом с местом, где журналистку увидели в последний раз. Так, если это меня ранит. Что известно о пропавших. Надо учитывать, что и картель ищет ее где-то здесь. О, вот это уже плохо, ребята. Картель ищет. Ну, я думаю, мы будем первыми, кто ее найдет. Я хотел бы на это верить, но... Чё-то как-то больно тихо здесь. Чё тут? А, это наши, это повстанцы. Иди отсюда, не махай мне руками. Чё лупоглазый вылупился? Привет, дружище. Можно, мы ищем девушку по имени Лупе Вера. Дружище, блядь. Я в твой медь, блядь. Они увезли её на свою базу. Хотите спасти её? Да, но это самоубийство. Аванпост хорошо охраняется, а людей не хватает. Теперь хватит. Нужно её найти. Любой ценой. Тогда идём. Времени у нас мало. Вперёд, друзья. Ты чё, пошутил сейчас, да? Пучеглазый, ты рассчитываешь на мою помощь, сволота ты поганая. Ох ты, ребята, вот об этой технике я всегда мечтал. Ой, а тут рядом оказывается. Давайте без меня. Так, ну что мы можем сделать? Ну только подъехать максимум и все, и вылазить отсюда. Че, мы не поедем же? На этом погрузчике сейчас тут погром делать. Давай, лази к чертовой бабушке. Будем делать все по стелсу. Нидия. Так, понятно, Нидия. Это наша королева красоты. Насколько вы помните, точнее, не наша, а у наркокартеля. Тихо, я вижу снайпера на вышке, ребята, вот он. Ать! Какого лешего, какого хрена, блин, урод, не твою мать, блин. А, непростительная ошибка, непростительная ошибка, ребята. Ну все, ну твою дивизию, ну как так нелепо получилось? Ну а тебя где ты там? Да конечно, через колючку хрен. Да куда прятаться уже? Куда прятаться, блин? Куда? Сюда есть только за забор, блин. Прячься. Блин. А вы то где сами там? Я вижу только одного, блин. А где остальные там все? Иди ко мне все. Так, давай минометку. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Так, успел я все-таки сбежать с обстрела. Так, тут еще гранаты, я смотрю. Опа, на, кто-то мирного грохнул. Иди сюда, чмо. Мимо. Так, кто у меня там внизу палит? Иди-ка нафиг. Ага. Так, великолепно, ребята. Я вроде бы как расчистил путь. Опа. Сейчас рванет. Рванет, да я понял, что рванет. Рванет пукан, если что. Так. Где вы тут сопляжу? Я же вас видел. Не прячьтесь, вылазьте по-хорошему. Да где они сопляжу эти, а? Так, ребята, я команда или кто, а? Побежал я туда. Это кто у нас тут стоит, а? Смотрите, как красавчик.
Ты как... Вот. А я ведь в ногу ему попал, а он умер сразу. Видите, у меня ядовитые пули, ребята. Так, ладно, все, хорош там гундеть, гундосить. Да мне плевать, что они идут прямо на нас. Я под допингом, мне пофиг. Так, это подождите, это у нас повстанцы, ребята. Это... О, шикарно. Спасибо за подарок. Оп. Какого лешего? Кто там строчит? Так, у меня что, пулемет или, или снайперка? А, вот он! На-ка. Так, погоди, а сейчас что было? Нихера ты, ребеночек, даешь. Так, ну, что там? Он еще ржет. Да подожди, что происходит? Это я сейчас скулю или напарник мой, который там остался? Нет, напарник мой целка. Ох, как ты хорошо вылетел там, прям, блядь. Лебединое озеро сплясал. Иди сюда нахер. Так, я вижу еще одного. Куда там собрался-то? Да, действительно, они не солгали, что у каждого оружия свой радиус выстрела и свой радиус отдачи. Радиус отдачи, бред какой-то полный. Вы, в общем, вы поняли. Да, 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 выпуска. Опа-на, а это же моя основная цель. Так, ну. Как же здорово на свободе. И? Это вы, Лупа? Меня зовут Лупа Вера. Так. Ну, не знаю, останусь ли я теперь в журналистике. Останешься, не волнуйся. Вы работаете с Паком Катари? Да. Мы работаем с Катари. Нужна любая информация об исчезнувших людях. Тут неподалеку есть укрытие повстанцев. Все мои материалы по грузовику и трупам там. Тогда за ними. Трупам? По грузовику и трупам? И как ты... как тебя доставить-то, а? Красавица-то моя. Лупа. Так, погоди, а это что такое? Это что такое? Ничего себе, прогуливаются тут, блядь. Спокойным шашком. Как будто здесь им прогулочная площадка, блин. Иди сюда, лох, ёпты. Так, Лупа, не вылупайся там, блин. Сиди на месте. Ты ядрит, твой такой. Я бы сейчас не отдуплился. Мои-то где, блядь? Шуршуны. Шершули, я бы так сказал. Шуршат там где-то непонятно где. Так, ладно. Ладно, Лупа, иди сюда. Лупа, иди сюда, говорю, блин. Оу, есть. Смотри-ка, бля, а козлодой. Так, это кто? Это повстанец безоружный побежал куда-то там, блин. Непонятно куда. А Лупа-то где? Так, ага, боеприпасы я вижу. Так, горючку давайте помечем. Пометим. Так, топливо есть, 50, доступно навыков 25. Нет, не интересует абсолютно сейчас в данный момент, потому что здесь творится. Они идут прямо на нас. Так, подожди, мне здесь нужно взять медаль, я вижу медаль. Вот она. Это что, награда? Да, это награда, награда Рэй. Все, хватит скулить. Какая есть, блин. Погнали. Слушай, а как мы проедем-то? Ворота закрыты. Давай через стенку проползем. Отлично. Так, на мотик. На мотик нам надо садиться и рвать когти. Она пойдет? Она выбежала. Замечательно. Я поехал. Сажусь на мотоцикл. Так, тихонько. Погоди-ка. А Лупа-то едет за нами? Бежит, нет? Ядрить твою залупа, действительно. И что? И как теперь? Что с ней, бежать пешком, что ли, блин? Столько... Так, она бежит. Бежит, родная моя. То куда она бежит-то? Она бежит за мной. Так, и мои солдаты за мной бегут. Так, ну и как вы прикажете мне быть? Ну, давай попробуем сесть. Отлично. На... Зачищаем и уходим. Давай вот на этот вездеход сядем, а? На погрузчик. Сядет, нет? Залупа, иди сюда. Заткнись ты там нахрен, дед. Смотрите, залупа не садится нифига, блин, а. Вперед, я догоню. Так, ладно. Что придумать-то еще можно, а? Так, Ола. Ладно, давайте я вот в эту тачку сяду. Иди отсюда, что там засел? Ну-ка, пшел вон щенок заморский, блин. Вот, вот, это уже другой разговор. Так, все, ребят, я рву копыта. Куда я рву копыта-то? На повстанческую базу, насколько я помню, да?
у которой там будут сведения о трупах и, ну, вообще, ее на документы все лежат. Так, ребят, главное не сдохнуть нам в нашем нелегком пути. Давайте сократим немножко. Блядь, сдохла тачка, блин. Не тянет, блин, в гору, хоть ты тресни. Ладно, хотя бы пускай по дороге едет нормально. Ну, давай, ты выкарабкивайся, ну. Так, замечательно. Да что, куда тебя несет-то, ну? Это же всего лишь глина. Глинистая дорога, елки-палки. Так, тут немножко осталось доехать нам. И я, в принципе, в этом сомневаюсь. Не сомневаюсь я. Я не сомневаюсь, что мы доедем до туда. Так, вот так вот будет проще. Уже язык заплетается. Так, давай немножко сюда. Так. Тихо. Мы же не знаем, что там нас ждет впереди. Ну, давайте проверим. Так, 60 метров, да? Ну, давай. Подходи. Так, это, по-моему, повстанец, если не ошибаюсь. Они всегда в таких шапочках причудливых. Да, это они и есть. Чё вам не нравится? Где вся информация, которая мне нужна? Я вижу только стрелочку. А где остальное? Так, чё там у тебя сзади, за спиной? Так, припасы. Ну, я не пойму, ну в чём проблема-то? Ни хрена, я врублюсь. Так. Ну, я вижу. Покажите нам все, что удалось выяснить о пропавших. Это нужно остановить. Ну, я в убежище вроде бы как. Или у них подвал там какой-то есть, я не пойму. Чердака-то вроде нету. Так. Короче, идите вы в пень все. Я, наверное, сейчас... А, погодите, сюжетное задание. Так, я что-то не врублюсь немножко. Так, ладно, я пошел на вертолет. А вы как хотите, ребят. И полетел на... Я за штурвал. Естественно, тоже еще может быть за штурвал. Мидас Уивер Холт. Ладно, ребята, погнали. Так, 97, 95, 8. Погоди, что-то приближается уж больно быстро цель-то. Ядрить твои на корень, это же лупа, блин, залупа сидит тут, блин. Ладно, я спускаю. Куда она сиганула? Идиотина! Я надеюсь, она не сдохнет. Повстанцы здесь взяли Санта-Бланку в осаду. Повстанцы совершенно беспощадны. Картель загнал добрую половину населения этой провинции в лагеря. А южную границу прикрыл наблюдательными пунктами и тяжелой артиллерией. И правит по беспределу. Верно. Но авиаподдержке грош цена, если некому стрелять на земле. Рэй, я с тобой полностью согласен. Но какого хрена лупа там осталась? Иди сюда. Чё там тормозишь-то, блин? Я из-за лупы, из-за этой... Вертолёт сломал, блин. Ну чё там стоишь, сволота, блин? Нетрудно догадаться, что Лос де Сапарисидос, исчезнувшие, все были убиты. У меня есть записи о машинах, на которых картель возит трупы. Предполагается, что они совершают регулярные рейсы, как какие-нибудь мусоровозы. И все? А расписание? А маршрут? Ничего такого нет. Да ты что? Даже это добыть было непросто. Свистишь! Я знаю только то, что пункт назначения машины — место, где они избавляются от трупов. Так, ну хоть это дай мне. Так, контрольная точка. Ага, документы журналистки. Ну что ж, пойдем сфотографируем. Вот они. Давай, щелкай. Щелкай, Веррей. Молодчага. И... моего материала? Десяткам семей, сотням человек необходимо знать, что случилось с их родными. Все будет пучком. Когда мы найдем ответы, их опубликуете вы. Адьос и грасиас. Малори Крей, ты поступил как истинный джентльмен. Так, давайте садимся на вот эту вот... На вот эту тачку. И газуем с вами. А куда мы едем-то вообще? Куда нам рвать? Отель. Пора вывести из игры заведение Корситы. Отыграйте там по полной. Только чтобы люди не пострадали. О-о-о, родная, ты обратилась как раз по адресу. А самое главное, что вовремя. Когда?
Когда Рэй употребляет рюмашку, это все. Это называется «пиши, пропало». Любой там, картель, пумпрей, кто там не был бы. Сейчас я ими и займусь. Так, давайте сюда немножечко съедем. Так, сколько нам до цели? Нам до цели практически шиш да не шиша. Касабланка, здорово, родная моя. Парасио Агуаверда. Блин, такие красивые у вас названия здесь, блин, а. Я прям хочу посетить, наверное, вашу вот эту вот перевалочную базу. Мексика, Хирексика. Ладно, рвем копыта. Ох ты, у нас мечтатель заговорил. Ребята, будем слушать его реплику. Да, действительно, не стоит недооценить этот дар. Потому что скоро, скоро, мечтатель, твои мечты сбудутся, поверишь мне. Так, ребят, я надеюсь, моя тачка выживет. И она выживает. Ой-ой-ой-ой! Вот этого не надо было. Ну, вставай на колеса! Куда ты вылез? Извини. Вылез, значит, вылез. Так, я выравниваюсь на дорогу, ребята. Пытаюсь, по крайней мере. Все, я встал. Едем. Я именно тот, кем меня... Так, давайте здесь потише. Все-таки какой-то пост. Я являюсь именно тем, как ты говоришь, кто создал меня Бог. Я игрок. Человек. Семьянин. Вообще, все, все, что можно быть и могло быть, наверное, я... Ну, конечно, не совсем, но, по крайней мере, постарался воплотить. Так, здесь мы заворачиваем. Тихо, подожди. Тихо, давай, здесь пост. А это что у нас такое? Ага, товар. Да подожди, куда ты лезешь-то, ядрить твою... Ну... Да какого лешего, я же вам не давал приказа ядрить твою на корень, а? Ладно, фиг с ними. Они лишь шуганули конвой. Так, Параиса Агуаверда. Так, ребятушки, мы с вами подъезжаем к какому-то парадис. Внимание, продолжу, что за парадис, парадайс. Летеха сбегает, пускай сбегает. Я иду сейчас к основной своей цели. Мирного там не убейте, блин. Так, и в результате мы прибыли. Кто именно идет прямо на нас? Так, все, давайте вылазим здесь. Нафиг, чертовой бабушки. Так, пока тишина. Так, 84 метра мне до цели. И что за цель-то у меня такая, а? Тут палит меня. Ну-ка, присядь, приляг. Я никого лично не вижу, но зато отчетливо слышу. Так, 71 метр, 70, 69, 68. Так, нам надо к этой цели... Тихо, это кто такой? Это, по-моему, мирный, да, у нас? Ладно, мирных мы трогать не будем, естественно. Так, а это кто у нас там? Боевик, нет? Так, идите, ребят, ко мне все. Так, погоди, кто палит? Это мирный. Да кто такой-то? Я не могу врубиться. Йот, дрит твой на коле. Это же те уроды, которые за мной гнались. Я надеюсь, у нас эта стычка без последствий обойдется. Все, сдохли, да, они там? Да уж, без последствий, конечно. На-ка, выкуси, урод. Ну что, мы разворотили осиное гнездо, ребята. Наугад. Не так-то прост я, ребята. Какой лишь опять? Ага, вижу. Блин, мимо. Влази, гад. Я жду тебя. Я хочу с тобой поздороваться.
Какого хрена? Там что за... Да где он? А, блин. Так. Ну-ка, давай-ка так вот. С очереди. Ать, как тебе? Я вижу, что понравилось. Я даже в этом не сомневался. Так, 58, 40 метров. Иди отсюда! Блин, разброс какой великий, а! Вот так будет лучше. Погодите, а здесь... Здесь же указывалась цель. Так, обороняйте позицию. 3 минуты? Это не я убил его. Это мои, видимо. Так. Давай сделаем так. Есть, иду. Так, 3 минуты нам надо обрать. А какую позицию? Не... А, все, врубился, ребят. Желтый круг. Это оборонение. О-хо-хо! Ничего себе, ребята, подкатили. Да, на ланд-крузере. Но, к сожалению, недолго веселились. Хвала ребятам моим. Так, погоди. Вижу, понял. Я тебя рассек. Вон там ты стоишь. Ну, это очень далеко. Ну, когда не долетает. Так, а где еще? Еще тачка едет. О-во-во-во-во-во-во. Ну-ка, дайте гранату. Ну-ка, выкуси. Мимо, блин. А, как я ему в чайник зарядил, нормально. Че, там был один, что ли? Ну, видимо, с остальными мои ребята поквитались. Так, минута 47, 46. Грубо говоря, 1,5 минуты. Давайте я слазю наверх. Так, что, здесь ни шиша у нас нету абсолютно. Так, это мой. Так, минометную поддержку. Ясно, амиго. Я рядом. Так, это что у нас? Посейдон отдыхающий, точнее Купидон. Ладно, здесь нечего делать. Здесь пустота. Может быть, в окно можно? Нет, нельзя. Так, стой на месте. Не рыпайся. Я займусь. Я спецагент. А ты так, новобранец. Да какого лешего-то? Перезарядка-то. Так, где он? Повстанцы там, ёб твою медь. Шуршат, молодцы, ребята. Опа-на, а вот это уже дело плохо, ребята. Прилетела вражеская вертушка. Хрень собачья, а. 29 секунд, 27, 26. Блин, да где же... Где же мой подствольник, ребята? Я покупал себе специально подствольник для... автоматов, по-моему, если не ошибаюсь, я. Или его надо устанавливать как-то определенным образом. Черт его поймешь, а. Но он у меня куплен, это однозначно. Так, готов. Куда прятаться, блин? Так, мой готов. Надо его воскрешать. Так, уровень 12. Все понятно. Ни хрена не понятно. Есть! Так, гости отеля напуганы. Какого хрена, блин? Ты на меня еще гонишь, блин. Я выручаю тебя, а он тут еще возникает, а? Псина. Так, ребят, пора сюда сваливать. Давайте нафиг. Мы выполнили здесь нашу поставленную цель. И нам сваливать отсюда надо. Так, а куда? Куда мы рулим? Где наша основная цель? Она не показана. Надо искать ее самим по карте. Фига он мне изрешетил тачку. Да, вертолет есть вертолет, как ни крути, ребят. Ну, давайте, наверное, нанесем хороший ущерб. Остальные гости сразу разъедутся. Да, стрельба обычно дает именно такой эффект. Я не понял. Так, у них там осталось что? Ящик с аксессуарами. Как охота вернуться, ребята. Но я не буду. Я не буду. Я поставлю себе цель Агуа Верде. И поедем мы, знаете, куда? Куда мы поедем-то? А вот сюда мы рванем.
там и задание, там и это. Все, решено, ребята, рвем когти. Ну, а на этой ноте я буду, ребят, заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. You can't stop bounce.